Всем привет, привет на канале Пиратская жизнь. Мы тут продолжаем, короче, рулить. Работает. Тоже. Вон она сутка плывет. Она прям на нас конкретно. Она нас таранить будет, да? Смотри, она прям на нас плывет. Прям на нас. Вообще. Как будто как слепые, что ли. Обходит. Ну-ка. А ты говоришь медленно, вон какая чек. О, смотри, смотри, а какие синие крылья-то, смотри. Да, они красивые, все цвета, она сейчас разделает. Вот, Вов, давай еще побрызгай. Она опять к нам плывет, смотри-ка, ей хочется. Вов, подожди, оставь, может она сейчас сюда вот запрыгнет, сзади. Смотри, она же прям, по-моему, сюда плывет. Как? Вов, как там это... Как ты там это делаешь? Ну-ка еще раз. Чего? Скажи, ну-ка еще раз. Как ты это делаешь? Кря-кря-кря. Приманываешь. Подожди, она прям к нам идет, да? Иди сюда. Ну-ка, брызни ее чуть-чуть, водичкой. Окати ее. Чуть-чуть. Оп. И шустро. Оп, 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 оп. Смотри, смотри, как. Ты говоришь, медленно они плавают. Такие да? Нифига не медленно, чесалка. Да. Шустро. Отлетает они как? Они так встают, бегут, а и взлетает. Ну, она плывет, я хотела ее катить. Тоже катить. Помчал, смотри, как. Догоняй ее. Гони за ней, гони. Нет, не надо за ней, нам нужно машину уплывать. Вы чего, разворачивай. Гони ее, гони, дави. Дави ее, дави. Нет, она фиг ее задавишь, она уплывет. Причем она сама на нас же плывет. Не могу. Им тут нравится с народом, видимо, общаться. А мне такое ощущение было, что она сейчас к нам сзади туда запрыгнет. Понтончик. И все. Нет, уплыла. Прям на нас таранить хотела. Прямое столкновение. Не, красота здесь. Я на всякий случай это... Мало ли что. Ничего не знаю, но на всякий случай. Даже, знаете, постоять на воде. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Видишь, там на горе возвышается крест. Зади. Что-то там песня какая-то не очень праздничная. Да не, куда? Да поехали давай туда, еще у нас полчаса, во. Давай туда. Что ты возле этого трешься? Да, куда мы поплавали, Дай. Вот, Вовка, видите, у меня освоил утиный язык. Молодец. Я даже говорю, Вовка освоил утиный язык. Если что, будем отправлять его на охоту. С утками общаться, да? Да. Не надо, нам нравится. Как так? Плаваем тут. Понимаешь? Во. Наконец-то, через полчаса, они научились управлять. И давай прямо обратно туда, как раз там немножко подрейфуем, и уже потом обратно. Как раз нормально будет. Гулять по воде. А мы как раз, кстати, приехали, знаешь, Наташ, хотели вот сюда. Я что-то как-то это, что-то испугалась. Вот. А в итоге решились с тобой-то, понимаешь ли? Как сесть боялась. Да я что-то... Нет, там просто садишься, она же начинает продавливать немножко, ну, понимаешь? Ты же должен удержаться. Ну да. А теперь ничего не боюсь. Я вот с это лето успела все попробовать. Да, понимаешь? И погуляла, и на озере съездили, и на озере каталась. И все, что можно было с озером, я сделала. Но не плавала. Слышишь, шашлык? Вот плыви к шашлыку. Давай. На запах. Вот. Ой, опять! В другую сторону. Да, давай, с ребятами не надо. Я тут два этих соединили. Баланс брать, блядь, туда. Ага. Стой. Осторожно. Чуть глубже проплываем в Сочи. Вот. Опа, опа, опа. А, там тоже, слушай, реально там можно завернуть. Да. Давай, Вован, вон в ту дырку. Вон. Сейчас там завернем. Подожди, разворот возьмем. Ну. К этой тачке вот. Капитан Вован, хватит грызть. Да. Оп-оп-оп-оп-оп. Они, кстати, вот вообще просто как будто не рулят.
А ты же не видишь ноги-то? Вон, нет, работает. Вон, уже работает. Волны-то идут, так как будто не рулят. Только разрулите нормально. На нашем жуке Volkswagen. Мы взяли в жук Volkswagen. У нас теперь новая машина. Да, Боша? Там прям, смотри, стая этих уток. Смотри, видишь, прям стая уток. О, музыка. Опять утка. Оп, 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 оп. О, прикольно здесь, прям можно обернуть. И даже как туда добирается, вот на этот остров, смотри-ка. Крошка моя, я по тебе скучаю. Вон там грибы, кстати, растут. О, Наташ, смотри. Вон там грибы, смотри, куча. Видишь? Реально куча грибов, смотри. Видишь? Прямо отсюда даже видно. Нифига себе. Надо оттуда сплавать. Вова, тормози. Я там ужин заметила. Сейчас сутками сделаем. О, утки опять на нас. Не, ну ничего, они быстро ориентируются. Они сейчас раз, и все. О, увидела, заметила. Оп-оп, давай поближе, подплывай. Утку. На них прям плывем. А им пофигу, не помню. Уж не собьем мы. Они такие бесстрашные, конечно, да? Не вообще пофигу, я же говорю. Прызнуть хочешь просто? Молодень какие-то, да? Ну вы смотрите в этот, а не назад. Наверное. Назад. Оп. Опа, опа, опа. Вон еще. 4 штуки. Вон, они, смотри, у них как это, или рулить могут, или что. У них прям стоит вон руль, видишь? Так, а у нас, значит, рулит, вот эта баранка какая-то плохая, да? Не, он видишь, подруливает немного, видишь? Короче, у него большой опыт катамаранения. А у Вована маленький опыт катамаранения. У него, видишь, тоже гейлбокс. Я далеко от тебя. О. Прикольно здесь такой прям ров какой-то. Как будто искусственно сделано, да, вот это вот запруда. Не, ну там прям грибов было куча. Ну-ка, а здесь нету? Пока не вижу. По-моему, да, по-моему, белый. Нифига себе. О, вообще. Клево. Лесочек такой хороший. О! Вон они как гоняют тут. Опа! И все. О! Еще. Ух ты! Отрыв от земли. Отрыв от земли. Блин, смотри, смотри. Стая. Прямо. Не взлетают, да. А эти три? Что будут, нет? Прям с воды, видал, да? Да, вообще прикольно. Полетели. Да, 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 прикольно. Они плавали, отдохнули, ели и полетели. Ну да, вообще здорово. Пообщаемся с природой. Надо было действительно хлеб взять с собой. Что-то это. Вчера, прикинь, это вчера, короче, были в этом, в лесу. Там автомат стоит. Продают орехи и семечки. А орехи стоят 50 рублей. Знаешь, сколько у меня орехов высыпалось? 3. Угу. 3 ореха. Это просто 3. А ребята тоже взяли, им 2 ореха. За 50 рублей. Ты можешь себе представить? Себестоимость орехов. Я в шоке. Вообще. Угу. Осваиваем параллельную парковку. Одновременно. У меня вся живая тяга. Сразу двое. Брат с сестрой. Ну, сейчас мы... Ребят, тоже нас ловите. Да, сюда и плывем. Да. Опа-опа. Сейчас. Одни Бентли, да. Куда деваться? Volkswagen, Бентли. Все, стоп. Оп. Все, отлично. Так, да, раз, я приду скоро. Два, три. Оп! О, я вылезла. Наташ, давай. Я тебя ловлю. Вон туда сдаем. Ага. Все, давай. Давай лапку. Рюкзак твой. Давай. Тихо. Ой, у тебя спина вся мокрая. Жарко. Да. Хорошо. О, давайте так фиксируемся. Раз, два, три. Все, пошли. О, хорошо поплавали. Ну, точнее, я постояла. Да, у тебя спина мокрая. Ну, это. А сейчас она ведь...
уехал. То учеба, то работа приезжает. Угу. А тут это, хотя в кафе сходить. Да. Здесь недалеко. Кажется, гулять-то гулять. Эх! По полной. Мы с тобой можем и выпить. Это ему нельзя. Да. Вот он ничего не хочет, ты понимаешь? Он не хочет, он мы боится. Мы тебе возьмем морсику, и что ты играешь? Морсику. Квасу, квасу. Вот. Нет, там морсы всякие есть. Да нет, давай сходим, давай. Еще какой-то. Как раз нам все равно ужин. Я ничего готовлю сейчас. Вообще. Ну так вот, тем более. Осторожней. Малыш, как вот, вот ты жила с ним, с таким тяжелый человек? А представляешь, как мне с ним тяжело? Если он с тобой еще хоть как-то считается, а вообще не считается. Час, часик, ну полтора, и все, я что? Да. Нет, довезем ты что? Почему мне тут Вовка? Это Вовка выпендривается, а я не выпендриваюсь. Да? Вован. Куда эту верхнюю часть уехали? Ну, вон так народ классно отдыхает. Вон, люди отдыхают. Ну, вообще шикардос. Гриль-бар, да? Грёшь там же. Мы вот всегда обычно там выходим, и так идём. Угу. Нет, там есть. Тоже кто ловит, кто чего. Там все перекрыли эти гриль-бар. А вон еще, смотри, даже на водных лыжах гоняют. Да. Нормально. Здесь вечером тут начнётся. Слушай, ну у вас здесь, понимаешь, у вас здесь прям как это, город в городе. Получается какая-то, прям сам по себе такой хороший. Все места есть. Можно даже, в принципе, в центр-то не ездить. Парки, аттракционы, рестораны, все, что надо, есть. Закат такой красивый. Собачка-то? Да. Я держу, она кневая девочка. Не, у нее лапка задняя, видишь, что-то? Лапу у нее, видишь? Нет, она уже старая овчарка, видно, что овчарка хорошая, но очень старая. Жалко, жалко. Ты же собак больше любишь, да? Еле идут. Я вообще люблю всех животных. Всех животных. Жалко, смотри как. Ага. Бедняга. Да она еще хозяйка быстро ест. С такими собаками обычно медленнее идут. Если она уже старенькая. Чего уж поделаешь, что? Хозяин, понимаешь ли? Ну да. Ну что, поехали? Ну что, красивая, поехали кататься. От пристани отчалил теплоход. На палубе мы будем... лопызаться. Пусть пьяный вечер. Мне не заплывет. Слушай, там водичка есть? Да. Дай это. Пусть, пожалуйста.